Вот идет процесс разворачивания бона на береговом. Когда ребята его раскрутят, установят в воде в нужном нам ракурсе, и потом начнут набирать воду. Вот стояк наполнительный, к нему подключается насос. Фиксации бона на наклонной передовой поверхности, чтобы он не скапывался под своим весом. И вот ставят растяжки, убивают уголок, выхватывают. Ну, там есть специальный бортик с отверстием. Связывают его с колоком, чтобы он не двигался в налитом состоянии. Включили насосы на откачку из вот берегового сектора воды. Видно, как вода уходит. И из-за разницы в уровне он даже немножко прижимает к берегу. Он перестал катиться туда. И растяжки провисли. Вода с берега уходит. Единственное, что не удастся, видимо, откачать всю, потому что там будет мелко и засасывает песок. Вот уже воды настолько мало, что приходится подкапывать, иначе воздух засасывает помпы. Ну вот хорошо видно, что берег осушился. К сожалению, волны перебивают через бон. Вот за боном
выходит спасатель, вот видно, какая там глубина. Все, уже помпа подхватывает воздух. То и требовалось доказать. Все, осмотр кончился. Вот ребята сливают воду. С той стороны тоже открутилось. Да, понятно. Вот с другой стороны открыли сливное отверстие. Серега!